Сегодня, 2 апреля, отмечают Всемирный день распространения информации об аутизме. В Казахстане такой диагноз имеют свыше 15 тысяч детей. Более 3 тысяч из них проживают в столице. В настоящее время в республике открыты для такой категории соотечественников 216 кабинетов коррекции и 13 реабилитационных центров. Чтобы еще больше казахстанцев узнало об аутизме, в Астане сегодня организовали ежегодный благотворительный концерт «Солнце светит для всех». В нем приняли участие ребята со всего Казахстана. Управлением образования города Астаны вообще принимаются все меры по созданию условий для детей такой категории. Сейчас в городе у нас функционируют 4 кабинета психологической, педагогической коррекции, 2 реабилитационных центра, 29 кабинетов поддержки инклюзии при школах и открыто 2 центра аутизма.